Итак, всем привет, мы находимся на конкурсе «Королева СНГ», и рядом со мной очаровательная участница этого конкурса. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Лейла Мажорова. Скажи, по каким номерам ты выступаешь сегодня? О, я еще пока не знаю. То есть жеребьевки еще не было? Нет. Здорово, расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься вообще? Я увлекаюсь модельным бизнесом, а еще художница профессиональная. Третье место заняла по всему миру, биеннале, художница. Здорово. Подожди, это же конкурс СНГ, то есть ты должна представлять какую-то страну, правильно? Да. Какую страну ты представляешь? Я представляю Россию. О, здорово. Молодец. Слушай, а что ты можешь пожелать участницам всем? Ты вообще нервничаешь сейчас, наверное? Вообще нет. Не нервничаю. Немного. Спокойствие – залог успеха, да, правильно? Правильно, да. Это мой девиз по жизни. О, отлично. Что бы ты пожелала? Пожелала бы я всем, конечно же, не переживать. Ну и, в общем, маленькой победы. Каждая лично своя, конечно же, да? Слушай, а вот у тебя есть какой-то секрет успеха, может быть? И чем бы ты планировала покорить сегодня все жюри? Наверное, своей улыбкой. Отлично, спасибо большое. Желаю тебе успехов на этом конкурсе. Спасибо. Обязательно потом узнаем, чем все завершилось. Спасибо. Удачи. Счастливо.